Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Вы на нашем канале «Игрушки детей». И сегодня я покажу вам Cotton Cookin комплект. Здесь есть инструкция. Сейчас я его открою. Вот так он выглядит. Так выглядит, как это получается. Вот такие три цвета. Сейчас я открою. Сейчас мы посмотрим, какие там есть цвета. И какого цвета упаковка? Сейчас. Ну, да. Вот. Сделаю. А теперь. Вот такой. Номер два. Желтый. Красный и синий, номер один. Вот такая вот ложечка. И вот такой вот. Сейчас я его как-нибудь вырежу. Сейчас. И вот так он. Посмотрим, что у нас там в инструкции. Сейчас. Вот она инструкция. Так. Первый, значит, вот первый номер. Теперь сюда вот берем воду и вот сюда наливаем и размешиваем. Размешиваем довольно долго. Ну, можно и недолго. Как вам кажется, как размешайте его. И там. Теперь второй номер туда же высыпаем. Рядом. Да, рядом. На тот же слой. Я не понимаю. Не важно, что сбежать. Сейчас. А сейчас. Не могу понять, его смешивать с водой. Опять или вот так. Наверное, сюда его и здесь смешать. Так. Сюда близко. Ну, попадаем. Вот так. Так. И теперь опять размешаем. А сейчас. Два цвета. Хватит мешать. Сейчас будем его размешивать. И он становится воздушным. Да, он становится воздушным. Как зефир. Хватит. И сейчас, что у нас дальше? Ставим третий вот сюда, в другой. Сейчас немного не так хорошо слушаю. Я мешаю его вместе с ним. И вот сейчас третий. Второй. Я думаю, что там будут какие-то леденцы. Так.
розовым. Да, это леденечки. Вот. Теперь наматываем его. И вот так крутим. Очень вкусно. Вы были на нашем канале «Игрушки детей». И спасибо, что смотрели мои видео. Пока!